5G может отпраздновать свою премьеру в преемнике Huawei Mate 10 Pro. Huawei объявила о планах выпустить как минимум один смартфон 5G в 2019 году. Теперь появилась новая информация о очень быстром мультиустройстве. Говорят, что первый смартфон работает на ленте целый год. Это отличается от серии Mate, которая осенью обычно получает новые флагманские модели. Согласно графику Huawei, чипсет 5G готов к использованию. Huawei Mate 30, который, как ожидается, будет запущен в октябре 2019 года, может уже достичь быстрого подключения к данным. Возможно, это первый топ-смартфон производителя технологий, потому что до сих пор июнь 2019 года – это просто намерение когда-то выпуска. Но также возможно, что 5G, наконец, отпраздновал свой дебют на устройствах средней дальности. До 10 гигабайт в секунду уже в середине апреля 2018 года Huawei объявила, что выпустит первый смартфон 5G в 2019 году. С 5G скорость передачи может достигать 10 гигабайт в секунду, в зависимости от сети оператора мобильной связи. При внедрении новых стандартов потребление медиа может значительно переместиться в потоковые медиа, до тех пор, пока целевая скорость передачи будет достигнута.